Je m'appelle Teona Dolnikova, je suis une actrice, j'habite à Moscou et je chante en français et j'aime ma vie. А, потрясающее выступление актеров Талантина, только что я прослушала. Большое спасибо, буду приезжать к вам постоянно. А, мы знаем, что у вас трое детей. Ну, да. Какого до сих пор не в Талантина? Я также хотела, кстати, сейчас начать, потому что я смотрю на этих детей, которые превосходят... Ладно, детей других, они превосходят на три головы других взрослых. Вот в этом кайф. Ребенку зачем заниматься в юном детском возрасте актерским, если он вообще, может быть, никогда не станет никогда актером? Это обязательно нужно для того, чтобы просто комфортно себя чувствовать тогда, когда много народу перед тобой стоит. Ты проходишь некую психологическую школу. То есть ты учишься познавать себя, кто ты, вытаскивать это свое нутро и, ну, как бы взаимодействовать с этим. Мне кажется, и жить даже интереснее становится. Потому что есть такое понятие, как эмоциональный интеллект. Эмоциональному интеллекту в школе не научат. Математика его не прокачаешь. Его прокачаешь здесь, в Талантино. Его можно прокачать с помощью актерских занятий. Я бы, допустим, мечтала, чтобы когда я была маленькая, было такое заведение, в которое там, я могла пойти учиться, обучаться актерскому мастерству. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, спасибо за подарочки. Всего целого снежного. Вообще такое тут прямо счастье, такое удовольствие, так классно. Еще и подарки дают.